Всем привет, с вами Vivla Cloud, и мы находимся на выставке «Русский Web 3». И как бы так ни происходило, но помимо того, что мы приходим на чужие стенды других производителей, других компаний, к нам также подошли ребята, которые показали два очень интересных продукта, и сейчас они вам о нем, соответственно, и расскажут. Привет, меня зовут Никита, мы представляем компанию Bended Balls, гнутые болты, кузница. Кто знает нас с форума Yeezy Talk, знает такого человека Федора, это наша коллаборация. Мы сделали такой вот фэтбоя, называется Fatal, 75 ватт, полностью российское производство. Давай, начнем тогда с него. Какая плата, от чего питается, в чем фишка? Формат 26650, да, то есть мы хотели как можно больше, чтобы человек унес с собой на день, потому что все сейчас возрастают мощности, возрастает парение. И решили делать такой формат, да, то есть рама из алюминия, цельноточенная, никаких болтов, ничего нету. Единственный болт — это закручивающаяся крышка, да, которая удобно свапает. Потом что? Плата российская, стартплата. Мы решили поддержать отечественного производителя, потому что все сейчас делают на DNA, на чем-то еще. Вариват, варивольт, байпас, как хотите, 75 мощность. Я думаю, что для большинства пользователей этого будет достаточно. Также мы предлагаем бьюти-ринги под 22-й, 25-й формат, который сейчас набирает очень большую, да, популярность. Карбон, карбон многих цветов. Если вернуться обратно к плате, то ребята хорошо себя зарекомендовали, если кто знает, это стартплат. Само покрытие, соответственно, в данной версии софт-тач. Софт-тач, анодирование. Варианты какие еще есть? Там покраска? Нет, ничего, только цвета. Анодирование. Это анодирование никель. Ну, я думаю, что у вас как бы в материалах это все будет. Также мы будем играть с цветами карбона. Потому что, если, ну, я думаю, камера это не передаст, здесь с синим плетением. Ну да. Также да. Есть с красным. У нас куча сейчас образцов. Мы нашли нового производителя карбона. Ну, собственно, и все. То есть ориентировочная цена. Ориентировочная цена, я думаю, что рейндж будет от 15 до 18 тысяч рублей уже в рознице. То есть ранние партии, я думаю, что как бета-тестеры, да, то есть я думаю, что будет какая-то лояльная цена, да, то есть для российских. Первое, мы хотим выйти на российский рынок, потому что мы не видим ничего такого формата. То есть нам интересно именно как бы дать русским вейперам. И это, получается, называется именно Bended Balls? Нет, Bended Balls – это наша, грубо говоря, банда, то, да, которая этим занимается. Да, это да. Я, мой друг Мстислав и наш конструктор Федор, да, то есть Федору огромный респект, то есть за сделанную работу, за то, что он нас терпит. Так, этот бокс называется Fatal, то есть Fatal, да, то есть жирный алюминий, то есть игра слов, не более того. Шутки про маму. Поэтому тогда ко второму, наверное, более интересному. Ну, да, это все, что началось. Я думаю, что многие здесь увидят. Да, отдельные наши читатели уверены, мы знаем, что такое билет. Вот ребят как раз показывают очень даже похожий вариант. И есть небольшая история, о которой, опять же, лучше рассказать им, как он появился. Все началось, наверное, года полтора назад, когда мы вдохновились билетбоксом 3, да, то есть, естественно, но он был устаревшим и морально, и технически, и физически, то есть он был устаревшим всем. Но нам нравился формат о том, что тебе не нужно таскать с собой дрипки, баки или что-то еще, у тебя ничего не выпирает, потому что тогда была эра больших баков, да, то есть вот этих вот непонятных конструкций. А здесь все лаконично в формате портсигара, можно так сказать, да, то есть хороший вейп-продакшн. Ну, нас не устраивал формат батареи, который использовался, там, воздуховоды, ну, и много-много-много нюансов. Мы начали работу, но, как и все знают, что происходит в России, найти качественного производителя – большие проблемы. Поэтому это, правда, вся история затянулась на год-полтора, и только сейчас мы его доделали по просьбам наших друзей. Потому что вышел билетбокс 4, и мы не хотели делать клон, не хотели поднимать хайп, который, ну, безусловно, поднялся бы. Ну да. Но авторитетные люди, которые сейчас, грубо говоря, пользовались многими хай-эндами, да, то есть это немножко другая направленность, не то, что у вас, да, то есть именно мейнстримовая, молодежная, сказали, что ребята, не глупите, вы можете, грубо говоря, это показать, и это не стыдно. И от тебя то, что я услышал, да, что это более интересный продукт, мне это очень льстит. Не, выглядит, да, оригинально, цельно, монолитно, как бы то, что сейчас действительно возрождает свою популярность, девайсы все в одном для новичков, которые хотят бросить курить. Но, опять же, по спекам, как ты говорил, туда подходит голова от Кангера. Да, сюда подходит голова от Кангера, все возможные, да, то есть, которые только есть, которые делают кастомные, да, то есть, которые делают уже на
Клэптонах, на ночь, на Touch Coil'ах. Да, Touch Coil'ы. Да, то есть все, что влезает в Кангер, все влезает сюда. Но также мы еще будем работать над RBA-базой, да, то есть над быстрой заправкой и все остальное. То есть сейчас это достаточно и так легко, но мы хотим сделать это еще легче. А сейчас емкость бака какая? 5,5 миллилитров. Ну, все равно, как бы, ну, как обычный бак. Как обычный бак, такой, но достаточно емкий, да. То есть, если смотреть за нынешними тенденциями, 3 мл это все, да, предел. Поэтому 18650, DNA40, да, здесь, к сожалению, DNA40, но мы будем думать, если это будет иметь интересы, на стартплате 60-50. То есть, такая мощность, мне кажется, будет излишней, но... Чем черт не шутит, да, может быть, кто-то сюда что-то намотает такое, что это будет работать. А что воздуховоды здесь огромные и позволяют для такого размера делать нормальный пар, то есть, да, нормальное количество пара. Поэтому такой вот продукт, но я думаю, что это нужно смотреть именно плотнее вашим предизвестительным взором. Более детальный обзор, как вы могли услышать, вы сможете прочитать и увидеть на наших ресурсах, поэтому подписывайтесь, читайте нас, оставайтесь с нами. Мы Vivla Cloud на выставке «Русский Web 3». Впереди еще много интересного. Ждите.